Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Представник управління Верховного комісара ААН по справах біженців Жан Іубушарді і посол доброї волі із Куї Абалян сьогодні наведують Гомель. Вони планують ознайомитися з роботою, що ведеться ААН у Гомелі. У рамках свого візиту гості наведують городський центр соціального обслуговування сім'ї і дітей. Там вони зустрінуться з біженцями Сирії, Грузії і Іраку і українськими сім'ями, які покинули зону бойових дій і знайшли притулок у Білорусі. Дякуючи державної підтримки, у потерпілих у виніку аварії на Чорнобильській АЕС районах створюються нові сучасні витворчості. Як напередодні 30-ї годовини Чорнобильської катастрофи живе Лельчицький район? Довідався наш кореспондент Євген Побаловець. У Лельчицькому районі реалізують одразу два масштабні проєкти, зв'язані з переодольванням наступствів від аварії на Чорнобильській станції. У Лельчицькому агросервісі наладжений випуск сапропелю, у Глушковичах розвивають шебневий завод. Інвестиції по двох об'єктах вагають у памеры 70 миллиардов рублей. Сапропель – это шматвяковые донные откладания пресноводных водоемов, которые сформировались из отмерлой водной растительности. Рештку живых организмов, планктону, так само части из глебового пирогною. Сапропель – уникальный продукт, один органичное угноение, что уживается для коренного поляпшения санации глебы. Додают его и в рационы сельскохозяйственной живелы у якости минерального подкорма. Перед тим, як почати виробляти сапропель, вчені провели цілий комплекс дослідження у трьох господарках Лельчицького району. Виніки признані удалими, якість сапропеля високо оцінена спеціалістами. Є інтерес до білоруських угноєнів навіть у Іспанії. У Лельчицькому районі є уся потрібна сировинна база для такої витворчості. На підприємстві провели реконструкцію, обсталювали цех двома лініями. По витворчості біологічно активних вітамінізованих кормових добавок на підставі сапропелю і по екструдуванню збожжя. В смешивании с сапропелью получается кормовая добавка, которая очень хорошо усваивается как крупнорогатым скотом, так и мелким скотом. У виніку підприємство отримає додатково амаль 19 мільярдів рублів виручки у год. Глушківецький шебневий завод – це 300 працівних місць, біля 6 мільярдів рублів тільки податкових поступлень у скарбонку району щогод. Поспехова праця підприємства стала можливою дякуючи технічному переузброєнню. Три роки назад шебзавод набив 10 автотягніків, конусну і шокову дробілку, годом пізній – свідравальний станок німецької витворчості, два гідравлічних екскаватора і гідромолот. Таким образом, общий об'єм інвестицій в наше підприємство по програмі ліквідації последствий катастрофи на Чорнобильській АЕС составив порядка 33,5 мільярда рублей. Колосальна сума, але вона, благодаря цій державній підтримці, підприємство стабілізувалося і вийшло на рентабельну роботу в процесі свого производства. Правда, каб два проекти працювали більш ефективно, треба поліпшити логістику. У Лельчицькому районі давно марить про чигунку. Проєкт гэта затратний, але спеціалісти переконані, усе окупиться. Лельчицький район багатий корисними викопнями. Гэта і бетонітова гліна, і сапропелі, і граніт. Сьогодні вже і проєкт розроблений, і іменно іщем інвестора, дабы, который вложил в наш регіон, на перспективу, но перспектива есть. Перспектива будовництва чигунки – справа найближайших 2-5 годов. А покуль потерпелые районы развиваются, дякуючи подтримці державы. За 5 годов в рамках Чорнобильской программы только у одной Гомельской области было реализовано 17 спецпроектов на сумму больше, чем 470 миллиардов рублей. Євген Побловец, Ігор Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Тим часом на Гомельщині протягується миротворчий марш, присвячений 30-й годовині аварії на Чорнобильській АЕС. Наступним пунктом подорожжя став Чачерськ. Разом з удільниками маршу його наведали і наші кореспонденти. На уезде у Чачерск первым гостей сустракает помник отселенным вёскам. Ён узведены 12 годов тому у память об 43 населенных пунктах района, которые зникли после Чернобыльской катастрофы. Свои домы тады покинули 30 тысяч человек. У вынику насельництва Чачерского района скоротилось прикладно у 3 разы. Миротворцы Гомеля разом с удельниками ликвидации наступства аварии на АЧС склали до помника кветки и ушановали память загинувших от наступства катастрофы хвилины молчания. Символом протягу життя на потерпелых
территории стало молодое древо, якое яны посадили на уезде в город. Район сегодня живет, развивается, и люди, те, которые сегодня остались, они стараются сделать все на благо развития этого района. Если вы посмотрели, обратили внимание, что сегодня, как некоторые говорили, что и строится, и сельское хозяйство развивается, и рабочие места есть, и предприниматели у нас есть, которые по итогам 2015 года район занял первое место по предпринимательству. Поэтому очень много детей рождается, а это первый признак того, что город, район будет жить и развиваться. У гэты день спіс памятных месцаў Чачырска пополнился музейным покоем, який распавядае историю района у контексте Чернобыльской аварии. Идея его стварения з'явилася давно. До сбора экспонатов активно подключились мясцовые жыхары. Материальную подтримку оказала Гомельское областное отделение Белорусского фонду миру. У выніку тут представили особистые речи, документы и узнагороды ликвидаторов. Усяго каля 200 экспонатов, якія не только адлюстровывают минулое Чачырщины, але и демонструют, якой она будет в будучыні. Я бы выделила, наверное, карту все-таки 1986 года и карту 2046, так как мы можем наглядно посмотреть развитие, как будет разлагаться пятно радиационное на фоне карты. Это наглядный пример, что все-таки будущее в наших руках, все-таки оно будет. У день открытия музейного покоя подяки Белорусского фонду миру отримали три жыхарки Чачырского района, которые принимали удел в ликвидации наступств аварии. Гостям урочистого мероприемства, сярод яких были представники молодого поколения, яны рассказали, как на их вачах и с их уделом проходила дезактивация забрудженных территорий. Для нас, для молодого поколения, важны эти встречи с ликвидаторами. Мы рады, что мы можем поддерживать связь с такими людьми. Они для нас будут примером мужества, то, что мы будем им подражать, будем такими же хорошими людьми. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель», Чачырский район. Захаваем жыццё дзяцей. Пад такой назвай напярэдадні ў Гомелі прайшоў абласны міжведамасны форум прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і іншых зацікаўленых службаў. У мінулым годзе на Гомельшчыне ад так званых знешніх фактараў пацярпелі 32 дзіцяці. Якія меры прафілактыкі прапануюць спецыялісты, даведаліся нашы корэспандэнты. Пытание гибели детей остается актуальным для Гомельской области. В минулом годе зафиксован рост гибели детей из внешних факторов у сравнения с 2014-м. Очень волнует именно оставление детей в квартирах без досмотра. Это вот эти москитные сетки, так называемые, которые вроде они какую-то безопасность для семьи, для дома несут, но в то же время они не закреплены, и дети, добираясь до них, естественно, у нас был всплеск позапрошлому году, когда вываливались, травмировались, погибали дети именно с многоэтажек. И это только одно из проблемных пытаний. Дети без нагляду батьков гуляют за палками, тонут под час купания. Як и что треба робить, как зменшить колькость несчастных выпадков? Анализ показывает, что больше загинувших хлопчики во взросте до 10 годов. И хоть у сравнении с 2005 годом колькость подобных выпадков на Гомельщине зменшилась амаль у 2,5 разы, проблема все равно потребует серьезной уваги и новых подходов у профилактичной работы. Это привлечение общественных организаций и родительской общественности. Ну и также мы вплотную хотим поработать с нашей Белорусской Православной Церковью. Як отзначил епископ Гомельский Жлобинский Стефан, духовность – это не обовязково только наведывание церквы. Перш за все, семейные отношения повинны будоваться на принципах духовности. За это несут отказность батьки не перед громадством, перед уластными детьми. Однако на практике часто все иначе. Дорослые поводят себя неправильно не только дома у семьи, але и в повседенном житии. Активисты областного совета старшеклассников навод провели эксперимент. Сами подростки, они заходили в магазины, они спрашивали о том, можно ли им купить здесь алкогольную или сигаретную продукцию. И, как показала практика, взрослые все-таки поддавались на убеждение и продавали эту незаконную продукцию. Другий эксперимент областного совета старшеклассников показал, при отповедной работе с подлетками, которые трапили на улик, их можно вернуть до нормального життя. Каб дитя не отчувало себе у одиноте, треба створать умовы у повседенном житті. Гэта увага с боку батьков, ставлення до детей с повагой, интересом до их внутреннего свету. Евген Побаловец, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».
Обласная державная инспекция проводит массовую проверку мототехники. Такая увага до двухколового транспорта тлумачится з'явлением на дорогах региона небеспечных переробок мотоциклов, собранных с нескольких разных байков. Сегодня на регистрационном улику у областной ДАИ находится примерно 70 тысяч одинок мототранспорту. Але ж, как лишит у ДАИ, у реальности его больше. Старые, неодночи переробленные транспортные сродки стоят у гаражах. Час от часу яны з'являються на дорогах Гомельщини. І тут, як кажуть, чекай бяди. За увесь минулий год водителями мотоциклов і мопедов було учинено 75 ДТЗ, у виніку яких 11 чоловік загинули. Каб не допустити небезпечний транспорт до руху, ДАІ проводять комплекс мероприємств. У тим ліку проверки гаражних кооперативів, місця заховування і ремонту мототехніки. За змінення конструкції мотоцикла предусмотрено по статті 18.12 часть 3. Значит, предусматривает предупреждение либо штраф. В случае повторности, в случае, если водитель повторно задержан за данное правонарушение, уже предусмотрен только штраф. Причем сумма штрафа уже возрастает. Она начинается от 2 базовых величин, возрастает максимум до 5 базовых величин. Театральный коллектив «Веселые аутюковцы» рыхтуется до уделу в 8-м республиканском фестивале народного гумору «Аутюки». У липени вёски «Малые» и «Великие аутюки» на 2 дни снова станут центром комедийных постановок, жартов и веселых усмешек. Наш корреспондент Дмитрий Котов наведал Калинковицкий район и доведался, чему именно тут находится столица народного гумора. Тонкий, трапный, а главное – доступный гумор. Аутюковцы любят смешить и любят бачить усмешки у отказ. Также дание дарить радость и добрый настрой переросло у створения театра народного гумора «Веселые аутюковцы», який поспехово выступая уже больше за 20 годов. У нас у театры люди разных профессий. Это наставники. Вот мой колосок Владимир Федорович Доманчук. И он директор Бобровицкой школы. У нас есть мастак, есть рабочие. Ну и, конечно, основу театра раскладают работники культуры. Усе постановки мают свой творческий почерк, отрозниваются оригинальностью, ярким народным гумором и оптимизмом. Яны завсёды видовищные и завсёды мают поспех у глядачов. Кольки комичного с нами здарается, что інший раз мы и не зауважаем. В образы, которые створают артисты театра, переняты из реального життя простых вязковых людей, звёсок малые и великие аутюки. Театральные постановки складены на основе мясцовых традиций и мясцового диалекту. За час своего існавання театр народного гумору «Веселые аутюковцы» поставил шмат гумористичных спектаклей. Историю жизни сельских жихаров продемонстрировали и нашей издымочной группе. Постановка называлась «Огледины молодой по-аутюковски». «Сынок Кузьма, мне эта девка нравится. Такую жонку и треба брать. Здоровущую, краснющую, как пошла в колгасе на красе. А сразу цельную тону припекла. Так, годи ментелить. Скажите, берете нашу куличку или нет? Ну что, Доня, хочешь замуж? Хочу, тату. Ну так иди, бери куличку, докладывайся гостям на все 4 боки. Життё театра народного гумору – это постоянный пошук свежих идей, удосконаление актерского майстерства и сценичной культуры. Артисты імкнуться проявить подчас выступления у свои лепшие здольности. Мы всегда с настроением, конечно, посещаем репетиции, с настроением, огромным удовольствием ездим на выступления, на конкурсы. Когда видишь зрителей смеющихся, улыбающихся, когда мы видим, что мы дарим хорошее им настроение, то, конечно же, и у себя тоже настроение поднимается. Коллектив неодноразово узнагороджены дипломами и премиями. Зараз артисты рихтуются до уделу у 8-м республиканском фестивале народного гумора «Аутюки». Без сомнения, у гэтые веселые и позитивные люди снова покарать публику своей самой иронией, открытостью и оптимизмом. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Калинковицкий район. У Гомельским палацево-парковом ансамбле открылась выстава живописных работ Ольги Копачевой «Городская архитектура». У экспозиции адлюстрованы пригожие архитектурные збудования разных краин света. Гомельчанка Ольга Копачева – архитектор по профессии и мастак по заклику души. И она любит подорожничать, и многие ее творы народились, дякуючи этому захоплению. Автора уражвая архитектура европейских городов, особливо стародавние будинки и мосты. Вертаючися у город над Сожем, мастачка увасабляя на холсте яркие, просякнутые эмоциями успамины.
Особливое место у творчества Ольги Копачевой займая архитектура родного Гомеля. На выставе «Городская архитектура» представлены работы в жанры городского пейзажа и натюрморты. И на этом наш ранний выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам добрых новин. До новых встреч в эфире.